Ехали ночью после караоке и не вернулись. Трагедия в Балтии. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две 17-летние девушки. Автомобиль BMW с четырьмя пассажирами в салоне двигался со стороны автовокзала в направлении монастыря. В районе местного магазина «Меркурий» авто врезалось в припаркованный на обочине полуприцеп фуры «ДАФ». Легли пацаны поспати, потому что через 200 метров выгружаться. Ну и уже разбудили их ударом. Ну, приїхав через 20 минут, була міліція, скора. Вони стояли в правильному місці, на освещенной території. Можна тут стояти? Да, то у нас претензій якби з цієї сторони немає. Чи цієї ситуації можна було уникнути? Ну, звісно, можна було уникнути, якби менше пити за рулем і дивитися, куди їдеш. Ну, якщо тут їхати 140-150 то і не тормозити, то зрозуміло, що водитель або п'яний був, або його відволікали. 21-летний водитель и 32-летний пассажир заднего левого сиденья доставлены в реанимационное отделение Балтской больницы. Девушки, которые были в правой части авто, погибли сразу. Легковушка от удара почти сложилась вдвое. Тела погибших извлекали полчаса с помощью спецтехники. По предварительной информации, пассажиры BMW сначала отдыхали в караоке, потом заехали на автостанцию и поехали дальше навстречу припаркованному зерновозу. Обстоятельства ДТП выясняются. Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, неизвестно.